Вот так растет. Я так понимаю, это фундук. А, сейчас телефон, как всегда, мой в своем репертуаре. Фокусироваться будет на заднем плане. Вот. Я случайно его нашла. Тут стою, пережидаю дождик. Первый раз, по-моему, я в частном секторе попала под дождь. Обычно жарище. Ничего не предвещало беды. Вот. Сейчас я его попробую ногами розета. Посмотрю, что там. Действительно ли это фундук или это что-то другое? Ах ты, не так-то просто. Ты посмотри, какой он. Аж с камнем попробую. Фу ты, блин. Никак. У меня просто мягкие сандалии. Короче, у меня не получилось. Я возьму домой, и вот еще лежит. Вот еще орешек. Чистенький, такой, как из магазина. И вот еще. Возьму домой, у меня есть орехокол. Я им тогда попробую.